До 7 лет тюрьмы может грозить членам преступной группы, которые организовали в Ульяновске незаконную регистрацию мигрантов. Сотрудники регионального УФСБ задержали причастных. Члены преступной группы за денежное вознаграждение предоставляли в органы исполнительной власти, принимающие решения о приеме в гражданство Российской Федерации, фиктивные свидетельства о рождении, содержащие заведомо ложные сведения. В результате противоправных действий указанных лиц ряд иностранных граждан получили гражданство Российской Федерации. На основании результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Ульяновской области в отношении лиц, организовавших незаконное пребывание на территории России иностранных граждан, возбуждены уголовные дела о совершении 5 преступлений, за которые может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.